А бегать туда-сюда, ну, типа, хз. Ну, че, ты сначала пойми себя, а потом уж бегай туда-сюда, типа, нужно тебе это или нет. Ну, это тупо. Анька, ну, опять же, говорю, все мы люди. Люблю тебя. Но, опять же, мы люди. Нам свойственно ошибаться. Нам свойственно поддаваться эмоциям. Возвращаться к бывшим. Бывает. Главное из этого что-то для себя, какие-то грабли запоминать. Привет, Анечка, ты просто... Главное грабли запоминать. И больше, когда ты видишь грабли эти, на них не становиться. Ты про свой опыт говоришь? Да, ребят, если вы говорите про опыт возвращения к бывшему, если даже у вас не было такого опыта, скорее всего, этот опыт когда-то будет, потому что все чаще всего познается на своих эмоциях. И даже если вы знаете, я тоже никогда, ну, я в жизни всегда жила с такой мыслью, ну, зачем возвращаться, типа, к людям из прошлого? Типа, это же люди из прошлого. А потому что у всех у нас есть эмоции, и эмоции часто, ну, нами управляют. И, конечно же, так, ну, так бывает. Главное, что-то из этого забыла, о чем говорила. Короче, главное, какой-то опыт из этого набирать, запоминать. Неплохо. Это неплохо. В том плане, да, в принципе, ничего неплохо. Просто это когда-то проживается на разговорах, типа, то, что я вот там сказала, они там не возвращайтесь к бывшим и так далее. Это никак, ну, никто, типа, вы услышите, да, вам похуй. Типа, вы такие, да-да-да, да-да-да. Но когда вы окажетесь в эмоциональном каком-то моменте, не надо думать, что такие люди, не знаю, глупые или так далее. Вы просто, это действительно игра эмоций. И вы окажетесь в такой ситуации, поймете, блин, а что делать-то? А что делать-то? Голова с сердечком туда-сюда, ну, типа... Когда ты хочешь вернуться, нужно помнить, что вы не просто так расстались, и не все люди меняются. Да, и в этом плане. Но это же не так работает. Когда ты, я думаю... Тетя Оксана. Солнышко, честно, не хочу сейчас слушать. Оцени трек, пожалуйста. Спасибо огромное, но... Хочу услышать критику. Пока не хочу... слушать, оценивать музыку. Сейчас другие донаты проиграю. А, почему люди, типа, сходятся? Эмоции. Это я об этом говорила, да? О схождении. Главное помнить, что... А, вот, главное помнить, что есть причина, из-за чего вы расстались. Но это иногда не работает. Ты можешь помнить, да, вспоминать, но иногда... У всех, ребят, бывают всю жизни кризисные моменты. И бывают такие ситуации, вот вы сидите, когда хорошо у вас, все заебись, да, конечно, вы не будете об этом думать. Но вот бывают такие моменты, когда ты сидишь, тильтуешь, и у тебя просто, ну, надо чем-то заняться. А ты сидишь, тильтуешь, и надумываешь, вспоминаешь, и, конечно же, вспоминается все самое хорошее, а не плохое. И когда вспоминается все самое хорошее, естественно, ты начинаешь скучать и так далее, пока это просто, ну, все не сойдет на нет, на нейтраль. И да, бывает, что перекрывает.